Итак, где взять руководство, чтобы начать писать код на Python? Свободно из головы. Здравствуйте, ребята. Сначала посмотрим сюда. Я открыл любое руководство, все устроены поодинаково. В них нет ничего ни плохого, ни хорошего. Все руководства говорят так: копируйте следующий код. По сути дела, я вам задам другие вопросы. Скопировав код, вы сможете повторить, но не писать. Писать не получится. Тогда я скажу, скажите, что такое класс, как он работает, с чего надо начать изучение классов, что это такое за точка, как она работает, почему это так происходит, с чего надо начать читать код, что надо для чтения кода, в каком порядке надо изучать, чтобы читать код. Какие составляющие, какие базовые элементы? Ребят, все очень просто. Все языки устроены одинаково. Что надо изучить для того, чтобы начать читать код? Сначала надо его начать читать. То есть, прежде чем писать код, код надо читать. Нужно читать документацию. Откуда пишется абсолютно любой код? На основе документации исходного кода. Что происходит, когда мы учимся по книгам? Книга очень полезна человеку, который прекрасно владеет языком. Посмотрел, ага, разобрался в одном, втором, третьем фреймворке без проблем. Все книги рассчитаны только на новичка. Нет смысла писать книги на опытных пользователей. В описании ссылка, по ней можно посмотреть видео, как стать практиком Python за полгода железобетона. Первое правило. Для того, чтобы начать писать на языке программирования Python или на любом другом языке программирования, надо найти эти полгода. Почему? Потому что это не так просто на самом деле сосредоточиться и работать в одном направлении. И разобрать надо не конструкцию, скопируйте вот это, и этот код делает первое, второе, третье. Вам надо, нам с вами разобраться, почему это так происходит. Но прежде чем разобраться, почему так происходит, нам надо понять, а в чем здесь разбираться, в какой последовательности разбираться, с чего начать, что надо понимать, как понять, что вы это усвоили. Вот эти действия приведут к чтению кода. Вот после чтения кода и понимания кода, все остальное будет легко, просто, непринужденно. И последовательно, как следствие. Именно этим я и занимаюсь, что ставлю на ноги программистов. Вот эта ссылка будет в описании, можно почитать. Индивидуальное обучение, разные планы. Приходите, писать будете.